Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео мы с вами посмотрим Кубот King Kong Star. И начнем сразу распаковки. Так, кстати, по поводу его цены, я на сегодня еще ее не знаю. Если что, первая ссылка в описании будет, можно будет посмотреть. Итак, что у нас там по комплекту? Кстати, до комплекта быстренько основные характеристики, которые были на транспортировочной пленке. Что у нас тут? Во-первых, экран 6.78 Full HD+, камера 100 МПДФ. Что это значит, 100 МПДФ? Короче, суть в том, что она с ночным видением. Я потом покажу примеры. Фронталочка 32 МФФ. Из интересного, тут стоит Dimensity 700. Также батареечка 10600. Есть быстрая зарядка, USB Type-C. Об этом, кстати, чуть-чуть поподробнее дальше расскажу. И тут в коробке нас сразу встречает, соответственно, сам этот громадненький такой смартфон. Дизайн мне напоминает один из предыдущих Куботов, плюс дизайн еще из одного Кубота, плюс еще как... Короче, придумали очень прикольно. Что из интересного? Хоба! А тут тебе еще один экранчик с часами. Кстати, сразу по поводу экранчика с часами. Свайп снизу — уведомления. Свайп сверху — заряд батареи. Свайп сюда — соответственно, управление музыкой. Свайп вправо — компас. Компас показывает прикольно. Тут же у нас камеры. И вот тут вот, я не знаю, видно на камеру или не видно, соответственно, инфракрасные лампочки, если проще сказать. Итак, сейчас смартфон мы вынем. Тут у нас предупреждение «Thank you», «Okay», «All right». Дальше по комплекту. Скрепка, набор конфет, который ни в коем случае написано «Do not eat», набор розжига и, на удивление, в комплекте есть еще запасное стекло. Вот это прям удивили, так удивили. Но, ладно, кстати, по поводу стекла скажу так, что с завода, как вы видите, идет пленка. Дальше по комплекту, что тут еще есть? Кабель зарядки. Кстати, вот по поводу кабеля зарядки обращу ваше внимание, это то, что вот на этом смартфоне жало кабеля зарядки, оно немножко длиннее, чем стандартное. Я проверил свои две зарядки и, соответственно, жало не доставало, он не заряжался. А, соответственно, комплектным зарядным кабелем все нормально, все хорошо, поэтому учтите этот момент, что тут жало чуть-чуть длиннее. Ну, в принципе, для смартфонов тракторовидных, как я такие смартфоны называю, это норма. Дальше, зарядка быстро, 33 ватта, и заряжается действительно быстро. Я вот буквально сейчас перед съемками с 10% до, по-моему, 82, он мне зарядился что-то около меньше 2 часов, вот примерно вот так. Так, если с комплектом все окей, all right, сейчас мы это отложим и посмотрим сам смартфон. Заднюю крышку, в принципе, мы уже рассматривали, поэтому повторюсь, что здесь 3 модуля камеры, вспышка, вспышки, соответственно, для ночной съемки. А с правой стороны качель громкости, кнопка включения. Сверху ничего. Слева лоток для 2 сим-карт и карты памяти. Что очень важно, и. Не или, а и. Вот видите, то есть что удобно. И карта памяти, и сим-карты. Все это под заглушечкой. Снизу USB-C, как я говорил раньше, очень важный момент, оно чуть-чуть глубже, чем для обычного кабеля. Итак, из крутых фишек, о которых еще не было сказано на транспортировочной пленке, могу отметить, во-первых, ну это не супер, конечно, крутая фишка, но суть в том, что здесь есть NFC раз, а второе, я не знаю, передает камера или не передает, я в любом случае снимаю в 60 кадров, тут экран поддерживает 90 Гц. То есть я захожу в настройки, перехожу в раздел «Экран», в разделе «Экран» в самый низ. И вот тут, вот видите, «Screen Refresh Rate». Та-дам! Автоселект стоит. А можно ставить 90, а можно ставить 60. Странно, почему они об этом не пишут, потому что это действительно классная штука. Так как тут Dimensity 700, в играх, в таких играх, как, к примеру, Crossout, Standoff, New State, доступно 90 кадров. Я об этом покажу дальше. Так, в принципе, по поводу системы. Работает все у меня без проблем, никаких вопросов не возникало. Заходим в звонилочку, настройки. К сожалению, записи разговоров нету, но что ж поделаешь. Дальше сразу забегаем, соответственно, в галерею. И сразу скриншоты, соответственно, синтетики. Это Antutu. Это тротлинг-тест в течение часа. Причем, прошу обратить внимание, тротлинг-тест был, когда батарея уже почти в ноль садилась. Просто вот это вот уже как бы в ноль. Окей. Дальше. По поводу игр. Итак, наверное, начнем с того, где есть 90. Как я и сказал, заходим в кроссаут. Так, я, соответственно, на играх покажу и громкость. Прошу сразу обратить внимание.
87-88, то есть в играх до 90 FPS можно получить. И вот эта громкость. Окей, погнали дальше. Дальше у нас Standoff 2. И что мы видим? В Standoff 2 также до 90 FPS. А? А? 88. 86. Опа. То есть, неплохо. Дальше погнали. Дальше у нас New State. А вот в New State я лишь могу показать, что в настройках доступно 90, но встроенному счетчику New State это как бы... Я ему не доверяю, поэтому вот что есть, то есть, доступно в настройках. Окей, погнали дальше. Ну а в PUBG Mobile только Ultra. Соответственно, в Tank Blitz только 60, в Call of Duty только 30. Но при этом очень неплохо ведет себе Genshin Impact. И я буквально сейчас минутку или может чуть больше покажу. Итак, я, соответственно, громкость выкрутил на максимум, чтобы можно было послушать. И немного побегаю. Настройки на минималках. Сейчас покажу. Оп-оп-оп, графика. Все, минимум, кроме FPS. FPS стоит 60. И, в принципе, я так поиграл и удивился. Блин, Генчик-то нормально. Побегать можно. Да, тут, конечно, файты такие себе. Но сам факт. Короче, как вы видите, в Genshin можно побегать. Так, что у нас еще осталось? У нас еще осталось такие вещи, как сумка с инструментами, но это своеобразно для тракторообразных смартфонов, и камера. Так, по поводу камеры. Во-первых, что хочу отметить, видео он снимает вплоть до 2К. Я был немножко удивлен. К тому же, тут есть одна интересная штука, я так и не понял, что это значит. Можно сделать, чтобы было 30, а вот так, что будет 60 или 24. Очень интересно. Если что, я в приписках к примерам видео это напишу. Дальше. Дальше, наверное, сейчас пущу примеры фотографий. Потом примеры фотографий в темноте. А потом примеры фотографий в темноте с включенным ночным видео. Ну, это, соответственно, фронталка и примеры видео. Кубот King Kong Star. Пример видео 2К. Вот так вот он снимает. Зум. Зум. 4Х. Назад. 1Х. Кубот King Kong Star. Пример видео 2К. Теперь я там в настройках сделал активный ползунок 30 FPS. И мне интересно, что это поменяет. Кубот King Kong Star. Фронтальная камера Full HD. В настроечках, когда снимаешь на основную камеру, там есть такое типа перечеркнутое 30 кадров. Я так понимаю, это, наверное, больше. Но я посмотрю на монтаже. А когда на фронталку снимаешь, этого нету. Ну, короче, на фронталку он вот так вот снимает. Ну и перед тем, как подвести итог, хочу напомнить, что смартфон с большой батареей, большим экраном, есть NFC, есть второй дисплей, который может выполнять функцию, соответственно, часов, да? То есть, опа-опа, есть инфракрасная камера, и все это в форм-факторе трактора. Многие могут сказать, вот это, наверное, что-то защитит. Ну, я уже говорил по этому поводу свое отношение. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.